Приветствую каждого нашего зрителя. Вы почему-то еще не подписаны на наш канал? Скорее переходи на Бомбарбия ТВ, подписывайся, оставляй комментарии, смотри предыдущие видео, наслаждайся и отправляйся в путешествие. А если еще не определились куда, то скорее оставляем заявку, либо же просто спрашиваем на сайте hottour.com.ua. А сегодня я вам расскажу о замечательной Барселоне. Но это будет не привычный обзор, возможно, которого вы ожидаете, а это будет Барселона, которую можно увидеть абсолютно бесплатно. Заинтересовали? Тогда оставайтесь с нами. Каждому из вас известно, что Барселона – это неимоверная сокровищница, ведь там находятся сотни тысяч музеев, невероятных площадок, которые привлекают сотни туристов каждый год. За свою многовековую историю Барселона превратилась из небольшого поселка в крупнейший город Средиземноморья и один из самых важнейших культурных центров планеты. И сегодня я представлю вам свой личный топ, какие же места с невероятными видами, с непередаваемой атмосферой можно посетить, не платя ни копейки. Начнем. Поющие фонтаны. Это красочное шоу воды и музыки проводится с апреля по октябрь в четверг и воскресенье с 21:00 до 23:30 и с ноября по март в пятницу и субботу с 19:00 до 21:00. Шоу начинается каждые полчаса. Ну а для тех, кто любит насладиться музыкой, есть бесплатные концерты классической и джазовой музыки, которые проводятся с июня по август во время фестиваля «Музыка в парках». Начинаются концерты обычно в 20:00 или же в 21:00 в разных парках Барселоны. Но кроме культурной жизни, также там есть изумительные красоты виды, которыми насладиться сполна, возможно, только на красочных смотровых площадках. И я вам представлю целый список, которые можно посетить бесплатно. Итак, смотровая площадка у Национального дворца. С этой смотровой площадки на верхних ступенях открывается невероятный вид. Площадь Испании, храм Святого Сердца, а также готический квартал. Следующая бесплатная, с видом на все 360 градусов, смотровая площадка «Бункер Эль Кармель». Она осталась еще со времен Гражданской войны с невероятным панорамным видом. Это именно то место, где вы сможете сделать просто незабываемые фотографии и ощутить захватывающую атмосферу. Смотровая площадка горы Монжуик. Летом можно подняться и спуститься на бесплатном автобусе, который предназначен для зрителей кинотеатра под открытым небом. Отправление автобуса с площади Испании начинается в 20:15, а обратно примерно в 22:00. Следующая смотровая площадка находится в торговом комплексе Аренас де Барселона, что на площади Испании. Наверх можно подняться бесплатно на эскалаторах или же за пару евро на специальном лифте. Первое воскресенье месяца и каждое воскресенье после 15:00 можно совершенно бесплатно посетить Музей истории Барселоны, где вы узнаете о том, какой же была каталонская столица 2000 лет назад. Ну а далее красивенный, творческий музей музыки. И в него тоже можно попасть абсолютно бесплатно. Можно увидеть и даже услышать всю богатую коллекцию инструментов, которые собраны здесь. А еще освоить премудрости сочинения музыки в специальной интерактивной галерее. Есть еще несколько очень достойных и интересных мест, куда можно попасть бесплатно в определенное время. Например, Центр современной культуры. Здесь проводят выставки современного искусства, от фотографии и живописи до дизайна и арт-инсталляций, а также показы арт-фильмов. Посетить центр можно бесплатно по воскресеньям с 15:00 до 20:00. А также там проходит очень много мероприятий, и вход на большинство которых абсолютно бесплатный. Ну и, конечно, заслуживает внимания кафедральный собор Барселоны. Помимо величественного внутреннего убранства и интерьера, собор порадует вас уютным внутренним двориком с тропическими деревьями. Бесплатно посетить собор можно с понедельника по субботу с 8:00 до 12:45, а вечернее время с 17:15 до 19:30.
Это был персональный мой, собранный для вас список бесплатных достойных мест в Барселоне. Если вы уже где-то из этих мест побывали или только планируете свою поездку, обязательно оставляйте нам комментарии. Ну а если вы почему-то не подписаны до сих пор на наш канал Бомбомбея ТВ, обязательно подписывайтесь и на наши страницы в социальных сетях. Задавайте свои вопросы. Ну и конечно же, если вы уже ждете, посмотрев на эти фотографии, присутствие вашего там, то просто заходите на сайт hottour.com.ua, оставляйте свою заявку, либо же просто задавайте вопросы нашим менеджерам, и уже совсем скоро, возможно, именно вы будете делиться с нами фотографиями из Барселоны, из этих невероятных, но абсолютно бесплатных мест. С вами была я, Элис, и канал Бомбомбея ТВ.